Всем привет! С наступающим Новым годом всех вас! И сегодня я предлагаю вам сделать очень простую прическу к Новому году. Если вам надоели простые локоны и хочется немножко приподнять волосы, но не заморачиваться с укладочными средствами, такой вариант прически точно для вас. Все, что вам понадобится, это невидимки и одна прозрачная резинка. Я уже подкрутила волосы на плойку, так любая прическа будет выглядеть объемней. Расчесываю волосы деревянной расческой, чтобы снять статическое напряжение и волосы не электризовались. От уха до уха разделяю волосы на две части и делаю такую, как мальвинку, раньше их так называли. Завязываю волосы прозрачной резинкой. Теперь над резинкой разделяю волосы на две части. Проворачиваю хвостик мальвинки через образовавшуюся петельку. Я уверена, что вы давно знаете об этом приеме. И вот так это все сейчас выглядит. Теперь беру небольшие боковые пряди и точно так же проворачиваю их точно через ту же петельку. Так делаю с каждой прядью по кругу. Выглядит довольно сложно, но эта прическа заняла у меня не больше 7 минут, конечно, не учитывая создание локона. Оставшиеся торчащие хвостики я закрепляю с помощью невидимок в любом хаотичном порядке, как вам нравится. Можете оставить одну прядку у лица, если у вас есть челка, прическа будет выглядеть еще красивее, как по мне. Ну вот, я уже подобрала все свои волосы, и на этом прическа готова. Конечно, можете добавлять какой-то блестящий аксессуар, но так как я, например, праздную дома, мне кажется, вот так будет достаточно. На этом все, надеюсь, вам понравилась такая прическа. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз с Новым годом вас всех, мои любимые, дорогие подписчики. Я очень рада, что большинство из вас стало моими друзьями. Желаю вам в Новом году вдохновения, чтобы все ваши мечты сбывались. Огроменное вам в любви, понимании в семье, а также побольше добрых и положительных эмоций. Спасибо вам большое за просмотр. Всех целую и встретимся в новом 2016 году.